И все, привет, ребята, с вами Денчик. Сегодня будет небольшая обучалочка на трюк, который называется VIP. Делать его очень легко. Так вот, ребята, как сделать VIP? Нужно сначала сделать высокий, хороший паник, панихоп, закрутить деку на 360 градусов, потом приземлить. То есть он делается вот таким вот способом. Так вот, конечно, рекомендуется сначала делать VIP на фанбокс, на угол, на столик, на резину, ну, неважно, то есть с вылетом. Но мы рассмотрим тот случай, когда вы его хотите сделать именно флэт, и на другие фигуры скейт-парки вы это делать умеете. Сначала мы пойдем на дроп. Вот так. Вот таким образом вы можете научиться делать VIP. Но если вы хотите просто упражнение на VIP, то я вам сейчас его покажу. Упражнение, оно состоит из трех пунктов. Первый пункт. Нужно научиться хорошо делать панихоп. И такого будет вообще вполне достаточно. Дальше нужно учиться закрутить деку на 360. Для этого можно просто вот так рядом с собой покрутить деку. Вот так. И все, этого будет достаточно. Так делать пару раз в день, и вы через неделю уже научитесь делать. Дальше, конечно, нужно учиться хорошо приземлять. То есть, смотрите, если вы умеете прилетать фан, то пробуйте, пробуйте. И если вы будете падать, когда будете приземляться на фанбокс, то это будет плоховато. А если вы приземлите и покатитесь дальше, даже не важно, прилетите ли вы в фанбокс. Это просто укрепляет ваши ступни, и у вас вырабатывается привычка приземляться хорошо, две ноги. То есть некоторые могут приземлять VIP вот так вот в одну ногу, но нога просто аж соскальзывает. Для этого нужна хорошая шкурка или хорошие ботинки. Вообще подойдет практически любые, но все равно лучше придерживаться кед. Так вот, дальше, смотрите, можно еще, конечно, попробовать сделать VIP с бордюра, я уже говорил, но немножко на другом. Есть такой бордюр, который идет не резко вот так квадратом, а плавно вниз. То есть у вас будет больше времени уйти в полет. То есть у некоторых бордюров есть небольшие ограничения. Вот, то есть сам асфальт, а сам бордюр 17 кубиков. И вы можете зацепить колесом и очень неприятно полететь своей головой в пол. Лучше не буду показывать, как у меня это получилось. Хотя, вот вам кадр, как я упал там. Ребята, вот таким образом вы можете научиться делать VIP, но не надо делать, как тогда упал я. Делайте так, как я вам сказал. Нужно делать аккуратно. И главное, одевайте защиту на коленники, шлем, на локотники и все остальное. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!